Максим наш стал ангелом, написала сегодня в социальных сетях мама Максима Удовиченко. Печальная новость позже подтвердилась. Мальчик, парализованный после ДТП в 2011 году, скончался. Телекомпания АТВ следила за судьбой Максима. Узнав о беде из репортажей, жители Бурятии начали оказывать помощь его семье. Неравнодушные люди перечисляли деньги, дарили игрушки и поддерживали родителей. Все эти годы прикованные к кровати Максима, его родные ждали чуда, но, к сожалению, оно не произошло. Травма позвоночника оказалась слишком тяжелой, помочь не смогла ни одна клиника. У тебя есть мечта? Да. Какая? Домой.